Та хоть 5 видео поснимает, мне по вообще, жесткий замок попался. Нет. Ось такими особистостями доводиться регулярно стикатися лісничим у своїх угіддях. Кажуть вони, що ці зустрічі не із приємних, бо на свідомість та тверезість деяких відпочивальників сподіватися не варто. Мы практически каждые выходные отмечаем случаи варварского отношения и к имуществу предприятия, и к лесным насаждениям. Это люди заезжают на машинах в сосновые насаждения, в лесные массивы, стараются устроить костры там, где им более удобно, разбивают палатки. Хотелось бы, конечно, чтобы этого не делали. Хотелось бы лесничим, чтобы и траву суху на полях и балках не подпалювали, бо таку неземну красу, яка вирує зараз у Приазов'ї, мало де можна побачити. А узнищити запросто. Начинается сезон уборки, фермера начинают палить свои поля, это бич. 90% пожаров у нас начинаются из-за полей или из-за пастухов, которые палят балки, камыши палят, чтобы на следующий год у них была трава зеленая. И вот начинают палят, как правило, при сильном ветре, оно перекидывается на лес, и потом мы начинаем тушить это все в лесу. Тож лісничі все літо проводять заходи, щоб не допустити загоряння дерев. Один із запобіжних заходів – створювання протипожежних мінералізованих смуг. Було в прошлом году случай, горіло поле понад сосной. Мінполоса остановила, ну, ми вовремя приїхали. Нормально, ничего не сгорело, все хорошо. У нас минполос много по лесничеству. Ну, обход, ну, от одного мастера обход, где-то 3 дня занимает, чтобы сделать минполос. В Приазовському лісгоспі попереджають, встановлений найвищий 5-й клас пожежної небезпеки. Але відвідувати ліси можна, дотримуючись деяких умов. Проїзд в ліса запрещен, костри категорично запрещено в лісах палити. Ну, учитывая то, що люди все-таки виїжджають, вихідні, праздничні дні, у нас в наших лісничествах організовуються так називаємо рекреаційні участки, на яких ми ставимо столики, лавочки, мангали. І саме головне, що эти рекреационные участки находятся под ежедневным контролем работников лесной охраны. Людмила Курган, Лія Полухіна, Маріупольська служба новин.